Черный контакт. Игорь, ты еще один появился? И что ты начинаешь нас снимать? Позорище. Часть вторая. У нас нет лошадиных яиц. У нас есть лошадиный стакан. Даже нет, не лошадиные, куриные. Ну, поклевать стекло. Но это не столь важно. Хорошо, продолжаем. Самое главное, не переключайтесь. Самое интересное будет впереди, только после вечерних новостей на Первом канале. Да, Шелдон, блядь. Шелдон. А куда же делся Хелдон? Хелдон. Шелдерс. Быть не может. Смесь Хэнка и Шелдон. На Первом канале. Хелдон, блядь. Без Шелдерс. Хелдон без Шелдерс. Шелдер, блядь. Джейси Костик. МС Константин, блядь. МС? М это мужчина, С это слабый. Мужчина слабый. Либо мужчина сильный. Да, лучше мужчина сильный. Мужчина сильный. Итак, перед вами мужчина сильный. Да. В правом углу ринга. Углу ринга, блядь. Углу ринга мужчина сильный. А в другом мужчина слабый. Пустой стакан. В левом углу ринга пустая коробка. И кто же из них победит? Не надо отливать обратно. Отливать не нужно. Отливать мы пойдем туда. Да? Да, а здесь мы будем сидеть и наливать. Самое главное. Наливать и отливать. Да, у меня больше всех пока. Главное принимать это все именно оральным способом. Обязательно. Обязательно. Ну вы представляете, как вливать анально? А вагинально? Вот представляете, как мы сейчас должны с вами нагнуться? Чтобы нам с вами просто... Да, не хочу даже это... Как бы в этой жизни мне не суждено это прочувствовать. Я не хочу даже говорить. Даже не знаю. Это так должно в жопе пропитаться, чтобы мы с вами опьянели, обалдели и не захотели орального удовольствия. У нас сегодня анальный вечер. Нет, у нас сегодня оральный вечер. У нас с вами оральный вечер. Анальный. Мы даже с вами ртом разговариваем, понимаете? Рот, да, если бы не рот, мы бы с вами не смогли разговаривать. Даже жопа только пердит. А мы я с вами могу еще разговаривать с жопой. Все здесь нормально. Ну, ты закрыл волосню джинсами, а если ее открыть, то там будет волосня, понятно, она не умеет. True Forest, блядь. Да, группа Дениса завтра выступает. True Forest в приходе... Так, ладно, надо тоже. Настоящий лес. Надо, обязательно надо. Господи, какой кошмар. Давай. Я не знал, что есть на группу. За шоу «Вечерний Константин». Давайте, да. Ну, весь хворост и творост надо брить. Потому что мешает, вот, мешает, воняет. Просто мешает, воняет. Весь творог. А там может завести леший. Может, конечно, такой леший завести. Таракашки, бомбарашки. Бомбарашки. Да, зависит все что угодно. Всякая нечисть, которая может управлять хозяйством. А зачем вам это нужно? Какие тараканы стоят, зачем дергают, блядь? Мы сами должны управлять вашим хозяйством, а никакая нечисть. Ужас какой. Не то слово. Просто. Стыд и срам. Стыд и срам. Ай-яй-яй. Вот. Поэтому будем брить, соблюдать гигиену. Гигиена. Менять. Гигиена. Гигиена. Да, гигиену. Гигиену тоже, да. Гигиену, блядь. Гигиена не мытая, убираем. Не мытая гигиена, блядь. Не мытая гигиена. Не мытая гигиена, это что-то ужасное и страшное, да. Не мытая гигиена, это ужасно, да. Покупайте одноразовые станки, жилет, либо еще какие-то, да. Ну, без рекламы, не важно что. Просто любые. Минутка рекламы, блядь. Минутка рекламы, да? Либо без рекламы. Просто взял, побрил. Красота просто. И кажется больше, и выше, и насыщеннее, и просто чище, и просто больше более скользкий. Это я не знаю, про что я говорю, но мне кажется, это круто. Поэтому. Поэтому не переключайтесь. Бритвенный станок вам поможет при любой ситуации, в любом месте. Ваши подмышки не должны быть волосатые, они должны быть побритые, будьте как у младенца. Либо вы должны задуматься о своей жизненной позиции. Да, и не голосовать за Единую Россию. Да, может. А я нет. А я да. Смотри, на тебя потом набросятся, блядь. После выложенного этого видео. Страшно говорить о партии, да, ЛДПР, ЛДПР. Давай, покажи голос. Это голос! Дети! Это, как его называют? Это
Это шоу на Первом канале. Голос Жириновского. Может быть, Константин Эрнст увидит вот этот выпуск. И скажет, да, вечерний Константин должен быть. Я вообще не понимаю, что мы здесь собрались. Да вы что вообще не понимаете, что происходит в этой жизни? Негодяи. Вообще. Дорогие мои люди. Дорогие мои россияне. Вы понимаете, что мы пьем? А как по-другому Россию-то управлять? Вот мы вроде как выпьем, да? И решаем каждую проблему разного человека. Да. А вот, дорогие господа, вот если по процедурному вопросу, вы должны обращаться к вышестоящим органам. Нет, мы, конечно, будем... Вот, и свет появился. Замечательно, спасибо. Спасибо вам. Спасибо за интервью. Это «Голос» на Первом канале. Не переключайтесь, Дмитрий Нагиев. Пока. Все, пока.